наконец-то наши образцы готовы. Сейчас вам покажу, как выглядит. Мы попросили их, чтобы они склеили 5 стекол. Получается 4 пятерки и 1 четверку, чтобы они склеили плетками между ними. Сейчас покажу, что это вышло в конце. Вот оно. Один из образцов. Как он выглядит. Вот его толщина. И мы думали, через 2-3 дня сгоняем в тир, попробуем, что будет под конец. Сам образец у меня где-то 25 на 30 сантиметров и 35 весит килограмма 2,5. Светопроводимость очень хорошая. Нету ни пузырей, нету ничего. Съездим, поставляем, посмотрим, что будет, что получится, вернее. Добрый день. Вот мы доехали до тира, где будем отстреливать пакеты. Ну и посмотрим, что у нас выйдет. Вот наши пакеты. Сейчас мы зайдем в тир и отстрелимся, посмотрим, что у нас выйдет. Ну, мы протестировали. Что могу сказать? Вообще круто. Наши шестерки, наши четверки, 6 четверок было. Разбито одно стекло только. Разбито только одно стекло. Если возьмем второй пакет, который из пятерок, тут вообще пуля. Попадание по центру почти что. И вообще не разбило. Так что можно сказать, что очень-очень хороший пакет. Мы сделаем большой пакет. Вот из такой пули мы пробовали. Из ТТ-шной пули 7,62 на 25. Не разбил. Здрасте, ребят. Мы были, отстрелялись вчера. Сейчас оценим, что у нас получилось. Первый пакет. Было 6 четверок склеено. 2 попадания в него. Смотрите. Разбилось только, как бы разбились все стекла, но откололось только первое стекло. Пуля не прошла насквозь, даже на второго стекла не смогла разбить. С торцевой части она тоже разбита, от удара видно. Но пакет выдержал как бы испытание. Второй образец, который у нас был из пятерок склеенный. Как вы можете посмотреть. Откололся тоже только маленький кусочек. С задней стороны оно целое. И стекло выдержало. Выдержалось. Еще наши действия какие? Делаем пакет из 3 стекол. Я думаю, из 3 коленок. Мы попробуем сделать. Чтобы мы смогли... Чтобы у нас не получилось литое стекло, чтобы мы смогли сделать пакет. И именно пакет, чтобы он был селективный, чтобы он был энергосберегающий, чтобы он работал, чтобы он был функциональный, скажем так. Но и пуля не пробиваем. Тоже мы сделаем образцы, протестируем их, посмотрим, что они себя покажут. И все это вы сможете увидеть в нашем следующем видео. Я не знаю, не обещаю, что он будет скоро. Но мы обязательно его снимем, обязательно его сделаем. И вроде бы все. На этом, я думаю, мы закончим с пакетом. Когда уже будем делать окна, тоже снимем, покажем, какую фурнитуру мы поставим, какой профиль, и все, что с этим связано. Все это вы увидите. И, я думаю, финальный результат тоже. Все, до свидания.